Здравствуйте. Вот теперь я хочу рассказать о предсказании, которое было еще в 2012 году летом. Это было где-то в середине июля. Я тогда не ела 8 дней, 6 суток не спала. Я еще тогда перенесла очень сильный вирус. У меня было такое странное состояние вот чего-то возвышенного и сильной боли. Сейчас я уже знаю, что это было полное открытие третьего глаза. Первый раз мой третий глаз открывался в 14 лет, но тогда мне никто этого не объяснил, что это и, как говорится, почем. Поэтому я тогда им не воспользовалась. И вот первое, что я увидела, это падающий метеорит. Я увидела дымящуюся язву на теле нашей планеты, видела ее сверху. Это была Америка. Потом увидела, как астероиды из космоса падают на нее. Кто-то невидимой рукой пытался убрать их, но они лишь раздробились. Видела статую свободы. В ноги ее упал астероид. Статуя рухнула. Следующее предсказание, это уже, в общем-то, появился мой сайт с ноября месяца этого же года. И вот 5 декабря 2012 года я предсказала. Под номером 52 в разделе в архиве за 2013 год. Где-то в глубинах галактики летит небесное тело, предназначенное туда, где небоскребы. Горит вода. Ну, теперь мы уже знаем, что в 2013 году упал Челябинский метеорит, и все тут, как говорится, были и высокие дома, и горела вода. В общем-то, все оно так и получилось. Это, я считаю, одно как бы из главных предсказаний, потому что на тот момент, когда я сделала это предсказание на сайте, мне писали надо мной, смеялись, что такого не может быть, какие астероиды, какие кометы, их сроду не было. Но вот на сегодняшний день мы видим, что они просто заполонили нашу планету. Спасибо за внимание.